В данном видеоролике я расскажу вам о том, как выглядят отзывы наших клиентов о нашей продукции, о нашей работе и как можно получить бонус к вашему следующему заказу, оставив отзыв в нашей группе ВКонтакте. На главной странице, пролистав вниз, вы найдете раздел «Мы ВКонтакте» и «Отзывы». Переходим по ссылке и попадаем в группу ВКонтакте. Пролистываем немного вниз и находим раздел «Отзывы оптовиков о нас и нас и нашей продукции». Часто клиенты говорят, что этих отзывов можно оставить, там, я не знаю, попросить друзей, там, знакомых и так далее. Либо накрученные отзывы. Сейчас очень модно стало так говорить. Как проверить, что отзывы не накрученные? Открываем любую страничку оптовика, оставившего отзыв. Вы увидите, что люди с разных регионов, клиенты с разных регионов, с разных городов. Странички живые, то есть это не боты. Вот смотрите, человек из Москвы, второй клиент из Очера, из Челябинска. Это говорит о том, что люди реально существующие, кто уже приобретал продукцию и оставлял положительные отзывы о ней. Также после получения товара, если вам все понравилось и все устроило, можете посетить нашу группу ВКонтакте и, соответственно, оставить свой отзыв. Делается таким образом, если у вас есть своя страничка ВКонтакте, просто вводите сюда информацию, пишите там, что все понравилось, ребят, все прекрасно. И, соответственно, если есть возможность, добавляйте фотографию. Вот. Оставляйте отзыв и к следующему заказу получаете прекрасный бонус от нашего интернет-магазина.